Здесь, в школе номер 11 имени Германа Титова, проходит партийный прием. Его проводят депутаты и единороссы городского и районного советов. С жителями встретились председатель Совета депутатов района, секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Надежда Суровцева, депутат районного совета Анатолий Андронов, глава городского поселения Щелково Рушан Махмутов и депутат горсовета Алексей Яковлев. Большинство вопросов были связаны с капитальным ремонтом подъездов и домов. Прием проводился и для того, чтобы проинформировать население о планируемых работах по благоустройству территории, по замене гаражных тентов, ракушек на парковочные места. Для того, чтобы жителям решать, я хочу понимать, вот я выхожу на собрание, я должна что-то жителям говорить. Я должна понимать, какие перспективы, что там планируется делать. Я вам не говорю, что это будет сделано прямо вот осенью, и максимально все там благоустроится. Сносить, делать нормальные парковочные места, которые удовлетворят жителей. Жители обращались и с вопросом, попадает ли их дом в программу «Ветхое жилье». Помимо этого, потребовалась помощь в устройстве спортивной площадки, где необходимо поднять высоту ограждения, сделать мягкое резиновое покрытие, благоустроить по всем параметрам. Рассматривались и частные обращения граждан. Одно из них от инвалида второй группы касалось замены окон. Депутаты помогут гражданину сформировать пакет документов на оказание социальной и материальной помощи. Рассматривали мы вопросы благоустройства придомовых территорий, тех домов, которые не попали в этом году в план благоустройства. Ну, я думаю, что на все вопросы мы практически ответили, какие-то вопросы взяли на контроль. И ну, я считаю, что результаты – это прием хорошие. Помимо благоустройства домов, подъездов и дворовых территорий, жителей Чкаловского также волновали вопросы о пристройке к школе номер 11, строительство которой должно начаться осенью этого года, прокладка асфальтовых тротуаров, добавление льготного маршрута для школьников-инвалидов, обучающихся в школе номер 12. С огромным желанием жители поддержали проведение акции «Семейное дерево». Чтобы, допустим, там 5-летний мальчик, а потом вырос, стоит рядом, там, пришел с женой. Вот мы с папой сажали это дерево. Идея такая у нас была. В общем-то, она есть и работает у нас в Щелково. Да, сейчас на Чкаловской тоже мы планируем вот эту акцию провести осенью. На прием пришло более 20 человек. Жители получили ответы на свои вопросы. Мне понравился ответ о строительстве новой школы, пристройке к школе номер 11. То, что вопросы будут решены по благоустройству территории около домов улицы Чкаловская 8 и Чкаловская 10. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».